Доброе утро, грузовичок греется, рыба ловится, там вон рыбаки кругом. Сейчас поедем на трассу. Так, мы поехали, но здесь вот есть деревянный мостик, и он выглядит очень ненадежным. Я вот сейчас боюсь, что мы провалимся. Нет, не провалились. В боксе все спокойно, Бурятка на месте, Миша уже занят делом. В соседнем боксе здесь пацаны-силовики. Сняли бошку, поменяли прокладку, выспались. Короче, все под контролем, алло. Чисто. Начинаются скоро тренировки, задержка. Ну, стандартная. Приборку себе здесь настроил. Посмотреть на температуры, на все дела. Проехал 3 заезда на Ахиллесе, давление 3 килограмма. Короче говоря, не хватает мощностей маленечко. Мне кажется, надо двигать отсечку, чтобы ехать на передаче без переключения. Вот. Как вы думаете, на какой передаче я проезжаю конфигурацию Moscow Raceway? Ваше предположение. Какая передача, на которой проезжаю всю конфигурацию? В общем, чтобы лучше ехалось, уговариваю Мишаню двинуть отсечку до девятки и пуста вальнуть до полторашки. Но он пока ломается и соглашается. Ребята, ну все, пекловато. Подвинули отсечку до 9, пуста накинули, сейчас повалит. Докладываю обстановку, катаемся. Не может эти 2,5 литра молока раздуть эту турбину нормально. Почему-то мы добавляем, допинываем, она все не хочет, но потихо добавляется. Заставляю, вынуждаю Мишу добавлять. Он меня отговаривает, я говорю, добавляй. Вова следит за всем. Это безнадега полная. Короче, есть вопросы. Но рулится идеально. Да, но только логи со всех сторон. Ага. Так, Миша. Миша логер ходячий. А здесь у нас был первенец Борис Абрамов. Он сломал мне привод. Так, ребята, тренировочки у нас окончены сегодня. От Бориса был у нас подщечинка такая, подпопинка. Сейчас несите клей, подставим, сварим. Короче, привод крякнул.